Итак, ребята, всем привет, и сегодня у нас новый видос. Ребята, да, я знаю, то, что видосов уже не было сколько, неделю, две, три, не знаю, сколько видосов уже не было, недель. И, ребят, так же, как не было видосов, так не было и стримов, ребят. Да, это связано с тем, то, что у меня начались какие-то проблемы с майном, но, ребят, сегодня у нас ночью стрим будет. Ну, надеюсь, что будет. Если мне ничего не произойдет такого. Так вот, ребят, сегодня у нас обзор новой моднюхи. Так, ребят, давайте-ка я потише сделаю. Упс. В смысле, стоять, в смысле, а где? Подожди. А, весело как. Так вот, у нас, короче, обзор на новую моднюшку от Italian APK Downloader. Версия менюшки 0.5.4, по-моему, или 0.5.3. Ребят, в принципе, давайте начинать. В принципе, ребят, у нас особо много ничего нового не добавилось. Но, в принципе, ребят, давайте опять сделаем полный обзор. Зачем я делаю полный обзор, когда у меня уже почти полный... Хотя, ребят, в принципе, да. Так вот, ладно, ребят, давайте стартуем. Для начала RGB. И, ребята, тут иначе, тут нормальный, короче... Тут, короче, добавились уже новые функции. Давайте пойдемте на этот, как его, процессинг. Да. Давайте, ребят, пойдем на Blast Processing. Особенно, да, ребят, сейчас вам кое-что показать. Так. Ребят, будет прикольно, если я сейчас вообще залохаюсь. Нет, ребят, я не залохался. Так, вот, ребят, у нас волна. И, ребята, давайте. Смотрите, RGB Wave. Это новый у нас RGB Progress Bar. Короче, ребята, сейчас мы это все проверим. Как это работает? А, ребята, я, кажется, уже понял, как это работает. Да, вижу, оно... Оно немножко переливается, кажется. Стоп, в смысле, почему? Подожди. RGB Cons. А, вот. Вот оно как работает. Ну, короче, ребята, вы видите уже эти изменения просто. Ну, ребята, да, в принципе, особо изменений таких нету, но RGB Wave добавился, как минимум, ребята, это уже хорошо. Так, ребята, давайте-ка я вот... Блин. Алло, запись экрана. Вот, запись экрана, ребята, давайте сюда уберу. Нет, ребят, все равно... Короче, пусть... Ладно, пофигу, пусть будет там. Ребят, продолжаем. Спидхак. Ну, спидхак, ребята, здесь добавилась только одна новая функция. Это кастом спидхак. Ну, ребят, в принципе, вам даже объяснять нечего. Это скорость выставляете свою и катаете просто. Давайте, ребят, пойдем дальше. Дальше, ребят, у нас есть Disable Particles. Это убирает партиклы. Death Effect. Это убирает смерть от эффекта. Эффект смерти. Так, No Clip, No Rotation, Safe Mode, Better Ship. Я Battership не помню, Battership Physics, по-моему, да? Да, Battership Physics. Так, ладно, ребят, ну, пока что тут... Вот, ребят, по-моему, у нас тут добавилось Solid Wave Trail, но я не знаю, что это такое. Давайте, ребят, сейчас посмотрим, что это такое. Я, ребят, не знаю, что это такое вообще. Ну, как бы... Потому что я сам изучил от нового... От новых функций этого меню, наверное, процентов... что меняется, собственно? Ладно, предположим. Думал, успею. Так вот. Продолжаем. Solid Wave Trail. Ладно, пофигу. Геймплей и эмоции, ребята. Я не знаю, здесь, по-моему, ничего не обновилось. Дальше, ребят, давайте. Level Edit. Level Edit, ребята, это у нас, короче, редактируйте тут вот уровень. Ну, ребят, смотрите, видите, 72%, да? А теперь смотрите. Normal Persons. Например, вот так, ок. И, ребята, готово. 565%. Ну, ребят, думаю, вы это уже все помните. Давайте, ребят, дальше. Page 1. Это у нас, ребята, что вообще, я не помню. Ребят, ну, клип, аккуратно, был run info. А, понял. Page 2, это что? Это у нас что-то с текстом. Это у нас что-то с текстом, нифига не понял. Так, это у нас что?
какие-то штуки непонятные, которые у меня не работают. Так, ребят, это у нас ничего не изменилось. Ребята, тут ачивки. Давайте-ка, кстати, разблокируем их. Дальше, ребят, давайте reward hack. Так, запись идет, запись идет. Так, reward hack, дальше ничего не добавилось. General Editor Mods. Вот здесь, по-моему, что-то было новое. Вот, Editor Slider. Это у нас, ребята, я вообще не знаю, что. Давайте-ка, ребята, посмотрим, что это такое. Editor Slider. Это что? Ааа, ребят. Нифига себе, как удобненько. Прикольно, ребят, прикольно. Ребята, прикольно, мне нравится. И да, ребят, можно сделать вот так вот. Так, ребят, кстати, я вам потом сейчас кое-что покажу. Я, ребят, понял, что это уже такое. Ребят, продолжаем. Так, стоять. Окей, ребят, я это понял, что это такое. Дальше, ребят, Better Edit. Это у нас что? Show Zoom Text. Это что, типа, показать Zoom Text? А, понял. Эдитер по проценту, что ли, в эдитере? Или как? Чё? О, да, ребят, проценты в эдитере, прикиньте. Вот это, ребят, прикольно. Ну-ка, а может так? А нет, дальше 100.00 и все. Да, ребята, прикольно на самом деле. Дальше. Так. Ай. Так, ребят, давайте дальше. Utility Mods. Это что? Так, load song from memory, fix copy level ID, complete every level, graphics height. Что-то, ребят, кстати, немножко перепутал. Ладно, пофигу. Так, давайте-ка, ребят, так, драйв, давай, загружайся. Так, отлично, ребят. Дальше, продолжаем. General UI Mods. Тут, по-моему, тут добавилось много чего. Что это? Не, БГ двигается. Короче, ребят, я не знаю, что здесь разберетесь, когда скачаете. Ну, General... А, ну это, ребят, я понял, это же все касается этих... менюшек, там, анимации, все дела. Текстур пак менеджер. Здесь можем установить свои текстур паки, но я не знаю, как это делать, поэтому, ребят, это не ко мне. Icon Kit, здесь можно установить свои эти иконки. И новая графа, хитбоксы. И, ребят, хитбоксы, смотрите, что это такое. Нажимаем хитбоксы и перезаходим в уровень. И вот, ребята. То есть, ребят, вы когда не думали, что у Шипана, на самом деле, настолько маленькая, настолько, короче, странная хитбокс? Просто посмотрите, я вам сейчас покажу. Так, где у меня тут спидхак был? Спидхак. Так, не такой спидхак. Так, а он был спидхак? Блин. Вот, ребята, посмотрите, какой просто у него... Я просто не понимаю, что это такое. Так, ребят, продолжаем. Так, где у меня это было? Хитбоксы. Так, ребят, давайте дальше. Это спрятать хитбокс плеера. Это что такое? Так, это... А, показать хитбоксы, когда смерть, короче. Коин, это найти коины. Мод гайд. А, это гайд мод. Короче, как все устанавливать. Дальше бэкапы загрузить. И, ребята, это все активированные моды, которые будут работать. И меню settings, ребят. Самая последняя колонка. Тут, по-моему, ничего не добавили. Что это такое? Ладно, ребят. Automatically hide this menu is available at planning level. А, понял, ребят. Меню buttons, color, no animated. И, ребят, да, тут также можно делать вот так вот. Так, да, ребят. Ну, в принципе, ребят, это был быстрый обзор такой матнюшки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.